После парламентских выборов Нижняя палата законодательного органа, а также маслихаты всех уровней будут обновлены почти на 70%. По мнению казахстанских политологов, нынешний отбор народных избранников пройдет по принципу преемственности поколений. Депутатский корпус пополнится еще большим количеством молодежи и женщин. Отмечу, по всему Казахстану сейчас функционирует свыше 200 маслихатов, в их состав входят более 3000 человек. Туда придут совсем другие люди, новые люди придут, молодежь, у которых есть своя точка зрения, которые, кстати говоря, могут оппонировать местные исполнительные власти. У нас главная проблема в чем? Главная проблема в том, что у нас главные вот местные представительные органы, они были не в состоянии оппонировать исполнительным органам. Я думаю, что если вот эта вот ситуация поменяется в целом, тогда мы поменяем вообще контуры политического процесса в нашей стране.